Слушайте, вы будете колоть или нет? А я уже все сделал. Витаминный заряд давно разливается по вашему телу. Что это? Ваш контракт. Поздравляю, вы приняты на работу. Испытательный срок месяц. Спасибо. Спасибо. Вы увидите, я не подведу. Рабочий день с 8 утра. За опоздание штраф. Я согласен. За уход, рабочее время, увольнение. Никаких уходов. График ненормированный. Я справлюсь. Приступайте завтра. То есть до завтра? До свидания. До свидания. Приятно видеть, Жанночка, что хоть иногда ты ошибаешься. Вот не хотела брать мужчину, а он всех обошел. Неделя. Он не продержится дольше недели. Одна ошибка, я его уволю. Или, что вероятнее, сбежит от тебя сам. На площадке не было ни одного каскадера. А у нас там такой экшен, и Громов ко мне подходит и говорит: слушай, давай снимем крупный план. Мой. Другой бы на моем месте отказался, а я согласился. Ну и с тех пор режиссер Громов мой лучший друг. Да ладно, Громов, который сейчас «Последнюю метель» снимает? Да. И вы можете нас к нему на съемки провести? Могу. Вообще, я так спросила. Интересно же. Маша, а ты почему торт не ешь? Потому что он невкусный. Мой папа намного вкуснее торта печет. А я его и не пек. Я его в магазине купил. Да, прошу. Нет, как обычно. Маш, подожди. А можно и мне чайку тоже? Спасибо. Сейчас. Сахар положить? Да, ложечку, пожалуйста. Лен, я сколько раз предупреждала, чтобы такого не было? Нет. Нет, Лен, я же сказала нет. Ир. Леночка. Хорошо. Девчонки, спасибо. Мы с вашей мамой хотели к концу четверти сделать вам подарок. Да, но я подумал, что тянуть, а? Сейчас. Да, хорошо. Нет. Да, записала. Чего? Да, буду. Машина, как обычно, в 9:00. Та-дам. Такая приставка в нашем классе только у Дэна есть. Я попрошу у него диски. Ну вот. Эй, да хватит пинаться уже. Не хочешь брать, не надо. Я хочу, чтобы папа вернулся, а ты нет. Хорошо. Маша, что за хамское поведение? А ну, вернись к столу. Ирусь, ну ты чего? Не дави на нее, она… У нее нервный срыв. Это пройдет, и мы с ней обязательно быстро подружимся. Угу. Ну или не быстро. Она мне вместо сахара соль насыпала. Нет, по химии лабораторию не делаем. Наконец-то домой. Да, это точно. По всем не пора бежать. Я перезвоню. Ща, ребят, подождите. Новенькая. Ну, это же, ты знаешь Артура Соколова. Ну что? Можешь попросить для меня автограф? Вообще мы торопимся. Артур обещал отвезти меня на съемки «Последней метели» и с режиссером познакомиться. Слушай, мы завтра после утра идем пиццу есть. Тут рядом зачетная кафешка. Пойдешь с нами? Я не знаю. Катерина, ну и бегом в машину. Опаздываем, уже на площадке ждут. Ну ладно, проводи тебя. Пойдем пройдемся. Артур, а можно мои друзья тоже с нами поедут? Они твои фанаты и очень хотят познакомиться. Поехали, в машине места всем хватит. Спасибо. Поехали. Скорее, ребята. Точно, видео, давайте. Обмажите в камеру, пожалуйста, положите. Итак, смотрите сегодня в нашей программе. Продолжение захватывающего... Мышонок, папа на проводе. Как думаешь, что сегодня будет? Корзинки сюрпризов. Думаю, что-то противное. Может, Тамары? Итак, Светлана, что вы готовите? Мышонок уверен, что сегодня будет севиче из морепродуктов. Отлично. Мышонок, перерыв вещания на 3 минуты. Сможете куриное жаркое у нас сегодня победить? Конечно. Вы хотите взять главный приз? Ну что же, пожелаем Светлане удачи. Ее куриное жаркое, как считает Светлана, принесет ей победу. Боже, так, верим, что вы смотрите. Знаем, после рекламной все эти шоу – парад болванов. Надо интересоваться культурными событиями. Ни одной новой вещи не появилось. Да. Как будто не было этих нестериев. И нам хорошо. Вильям, милый. Приготовьте мне апельсиновую фреш. Сию секунду, через 3 минуты будет у вас в комнате. Тем более там и телевизор побольше. А здесь все мои комнаты, так что можете не отвлекаться от цитрусовых. Вам деньги платят не за беседы. Понятно, конечно, но... Мы прощаемся с вами. Смотрите на следующей неделе свадебный банкет на 100 человек и всего 8 поваров. Да ладно, она правда в платье не влезла? Да, она просто была в отпуске и набрала 5 килограмм. А вот платье для нее специально из Италии заказывали. Вижу, вы вдвоем не скучали. Привет. Пойдемте в столовую. Скоро суши привезут. Пойдемте. Ты была с ним на съемках, предательница! Ой, Маш, много ты понимаешь. Мама с папой уже не помирятся. Надо с Артуром контакт налаживать. Я вижу, как ты контакт наладила. Приставка, съемки, купилась на подарочки. Не кричи. Приставка тут ни при чем. Вырастешь, поймешь. Не хочу ничего понимать. Все взрослые предатели. И ты предательница. Не хочу растать. Жанна Сергеевна, докладываю, газон подстрижен, питьевая вода доставлена, зимние вещи прибыли из химчистки. Меню у вас на утверждении, Калерия Павловна отдыхает. Отлично. Жанна Сергеевна, вы могли бы отпустить меня буквально на пару часов? Я бы хотел повидаться с детьми, а то вечером они с женой. Ваши личные дела мне не интересны. Если вам нечем заняться в рабочее время, я могу вам помочь. Нет, лучше отдыхать. А вы лучше работайте. Я наняла вас за мамой ухаживать. И если вы думаете, что я в ваше рабочее время буду хотя бы час терпеть ее капризы, вы ошибаетесь. Ну, так она же спит. Вильям, принесите мне минеральной воды без газа с лимоном. Охлажденной, но не холодной. И, кстати, вы оштрафованы. Попытка уклонения от выполнения своих обязательств под предлогом личных обстоятельств. Пункт 10.4. Сейчас, подожди. Понял, понял. Да не гуди ты. Ага. Хорошо, хорошо. Все, на связи. Давай. Послушайте, вы, может быть, думаете, что вы на переговорный пункт устроились работать? Так я вас соглашу, вы здесь, чтобы шлагбаум вот этот открывать. Вот же… А что, большая проблема, что ли? Вы задержали меня на 3 минуты. Вы понимаете, сколько стоит 3 минуты моего времени? Это ну, надо же, сломался. 3 минуты потерял, орет уже все 15. Быстро! Вот что с человеком делает отсутствие полноценной сексуальной жизни. А мне сказал, что у меня внешность характерна. Такие типажи востребованы. Конечно. Ага, конечно. А что, конечно? Слушай, да. Может, после уроков ко мне? Мы решили пиццу домой заказать. Кинцо посмотрим. Отец чумовой домашний кинотеатр сделал. Ну, может быть. Ладно, я пошел. О, красавчик. Слушай, прикроешь меня перед крокодилом, да? Я хочу музыкалку прогулять. Что я скажу Али Константиновне? Кого вызову? Катя считает, что уже подготовилась к конкурсу. Игорь, ну скажи, что я заболела. Мы еще успеем порепетировать. Я вообще каждый день готовлюсь. А Дэн меня первый раз домой пригласил. Твой Дэн… Костиков, продолжишь у доски. Расскажи нам о конфликте Чацкого с окружением. Удачи, братан! Так, а ну тихо. Слушай, спасибо, что заскочил. Я тебя прошу, надо уехать. Хозяйка не разрешает. Не разрешает мне приводить сюда никого в гости. Что такое? Рабам личная жизнь не положена? Да, на работе не положено. Где я могу еще тебя застать? Дома ты не бываешь? Послушай, у меня полно работы. Жанна Сергеевна гоняет меня из малейшего чиха. А мне надо продержаться до окончания суда. Поэтому прошу тебя, ну пойдем через другую калитку. Ну я тебя прошу, пожалуйста. Поздно, Вильям, поздно. Я зашел через главный вход, как белый человек. Твоя Жанна меня уже видела? Нет, не видела. Она уехала 15 минут назад. Поэтому у меня есть шанс еще быть невольным сегодня. На черном рейндже уехала? Да. О-о-о. Видел ее. Стерва еще та. Вот что с женщиной без мужичьей делает. Виля. Чего? Чего ты теряешься? В смысле? Подкати к ней. Твоя Жанна будет как шелковая, еще зарплату тебе повысит. Слушай, прекрати. Нельзя использовать человека. Нельзя играть его чувствами. Пойдем отсюда. Ой, тебе нимб не жмет, праведник. Ладно. Вызывай огонь на себя. Жанна, конечно, твоя не в моем вкусе, но что не сделаешь ради друга. Знаешь что, я тебе не позволю. Понял? Пошли отсюда. Ладно, ладно, уговорил. Давай. Поберегу свои нервы. Давай. Тихо. Стой. А теперь давай. Тише отсюда. Алло. Ты где? Да, пап, ты чего? Я же музыкалки. Нас крокодилы на 4-й час гоняют, к конкурсу готовят. Да, у меня уже все пальцы сводят. Катюша, 10 вечера. Я позвоню маме, чтобы она тебя забрала. Это же ненормально так долго. Нет, пап, ты чего? Это же международный конкурс. А до дома мне родители Игоря довезут. Да, мы договорились. Хорошо. Все, пап, пока. Пока. Ты куда исчезла? Там Алиска подбивает себе бутылочку играть. Нет, в другой раз мне пора бежать. Ты что, стесняешься? Да нет, просто надо успеть домой, пока мама не спохватилась. Пока. Мышонок наелся? Да. Спасибо, было очень вкусно. Еще? Ой. Ну что, чайку? Да. Ну, привет, пианистка. Звонила училка из музыкальной школы и спрашивала, а не сильно ли ты заболела? Рассказывала о каком-то конкурсе. Ну да, это же международный конкурс. Мы готовимся. Да понятно, как ты готовишься. Ладно, не боись. Я ей сказала, что тебе очень плохо. Правда? Спасибо. Катерина, это ты? Иди ужинать. Да, мам, сейчас я руки помою. Спасибо большое. Сейчас Катя руки помоет и присоединится. Угу. Ай! О, Господи. Твою ж дивизию. Маш! Что? Ну ты прекращай эти дурацкие шутки. Почему опять я? Я что, одна в квартире живу? А может, он сам ее подложил? Маш! Маш, ну это совсем не дело. Вернись. Мышонок, я тебя очень прошу. Никаких кнопок, соли и так далее. Не огорчай, пожалуйста, маму. Она тебя очень и очень любит. Не любит, а то бы не привела домой этого вампира. Мышонок, мама тебя очень любит. Больше всех на свете. А теперь мне пора. Пойду отнесу Калерии Павловне, а отвар ромашки с липой, а то и чего-то не здоровится. Все, мышонок, будь молодцом. Пока. Пока. Ну, конечно, это он. Но кому еще нужно настраивать против меня девочек? Только ему. Только не нужно демонизировать Вильяма. Во-первых, это не в его характере. А во-вторых, да зачем ему это нужно? Ира, ну ты же умная женщина. Ему нужно отсудить у тебя девочек. На суде спросит, с кем они хотят жить. Ну, во-первых, спросит только Катю. Маша еще маленькая. Ну да, он и Катю к этому времени против меня настроит. Отсудит тебя девочек, подаст на алименты. Нам нельзя вот так просто сидеть, сложа руки. Мы должны что-то делать. Ну а что? Я не хочу внушать девочкам, что у них негодный отец, они и так переживают после развода. Не надо никому ничего говорить. Просто внеси своего бывшего в черный список на телефонных девочек. Он не сможет им дозвонить. Они ему и все. С ума сошел. Но я не хочу изолировать отца от девчонок. Ира, это только до суда. Только до суда. Хорошо, все сделал. Девушка, что-то случилось? О, могу я вам помочь? Можете. Если у вас в багажнике есть запаска для рейндж-ровера, можете поменять мне колесо. Ну, чего нет, того нет. Но я могу вас подвести. Не бросать же барышню в беде. Ну, хорошо. Но если вы еще раз назовете меня барышней, я выпрыгну на ходу. И плевать, что у меня встреча с мэром. Ну, чего вы стоите? Я вообще-то спешу, помогайте, если взялись. Вы всегда занимаетесь только работой? Это окупается лучше любых других занятий. Могли бы догадаться, взглянув на мою машину. Да, машина у вас шикарная. Так же, как и вы. Нет, правда. Неужели никогда не отдыхаете? Вы что, сейчас мне будете впаривать горящую путевку? Остановите у того дома, мы приехали. Ну что вы, никаких горящих путевок. Просто хотела вас сегодня пригласить на чашечку кофе или вина. Сегодня вечером я занята. Может… Завтра, послезавтра, через месяц тоже. Всего хорошего. Ничего, ничего. И не такие крепости брали. Витамины и легкое седативное я вам выписал. Но главное… Постарайтесь сохранять позитивное отношение к жизни. Ой, ну, Кирилл Иванович, о чем вы говорите? У меня же тахикардия, высокое давление. А дочь меня игнорирует. Вы не представляете, такого врагу не пожелаешь. Да полно, Калерия Павловна, не преувеличивайте. Да, передайте Жанне Сергеевне, что оплатить нужно 3 часа. Хорошо. Это все. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ой, я забыла, у меня еще лимфатический узел. Вот здесь вот, посмотрите. Прошу всего минуту вашего времени. Я не могу молчать. Вы покорили меня с первого взгляда. Своей утонченностью, элегантностью, умом. Умоляю, согласитесь выпить со мной кофе. Минута прошла. Почему вы так жестоки со мной? Вы что, не верите в любовь с первого взгляда? Конечно, нет. Я уже вышла из детсадовского возраста. Причем давно. Если вы задержите меня еще хоть на секунду, я вызову полицию. Врешь, не уйдешь. Еще сама за мной побежишь. Вильям, милый, не беспокойтесь. Это мой психотерапевт. Я сама его встречу. Опять врач? Он только что ушел. Ну хорошо, тут был для тела, это для души. Не путайте, пожалуйста. Делаем глубокий, медленный вдох через нос, а затем такой же глубокий, медленный выдох. А теперь представьте, как все ваши мысли о смерти покидают ваше тело. Калерия Павловна, извините, вы не могли бы меня отпустить буквально на 1 час? А то у девчонок телефон не отвечает, я не могу им дозвониться. Вильям. Вы видите, я занята. Я пытаюсь побороть страх смерти. Идите куда хотите. Вы мне мешаете. Да. Итак, только 2 наших участника сразятся в финале за главный приз – собственную кулинарную книгу. Это мечта любого шефа – иметь свою собственную кулинарную книгу. Ну, но претендента 2, а книга… Ну, кто тебя огорчил? У кого? Узнаем через неделю. Мороженое даже не доела. Папа, он мне уже 2 дня не звонил. Ну, он, наверное, очень занят. У него же новая работа. Эта работа важнее, чем я. Он и в гости к нам не ходит. И звонить перестал. Может быть, вообще забыл, что я у него есть. Ты что? Конечно, не забыл. Мышонок. Он просто телефон потерял. Угу. Он мне говорил. Как только он купит новый телефон, он тут же тебе позвонит. Выше нос, мужчина. На которых каждый желающий может приобрести точный предмет. Привет, Гриш. Стойте. Ты чего? Гриш. Ирина Николаевна велела не пускать. Так я не к ней, я к детям иду. Мне велено пускать только жильцов и гостей. Здрасте. Добрый день. А это кто? Жилец или гость? М? Ну, а ты сам подумай. Да и вообще, шел бы ты отсюда. Девочки о тебе даже не вспоминают. Ну еще бы, если с ними дома живет, как Катя меня называет, кинозвезда. Слушай, подойди сюда, звезда, поближе. Внесу коррективы в твой светлый облик. А? Так отполирую твою физиономию, что ночью сиять будешь, понял? Привет, Леша, можешь перезвонить попозже? Тут одному звездуну надо физиономию начистить. Ага. Стой, не надо. Если побьешь его, Ирка 100% в суде скажет, что ты неуравновешенный. Тебе детей нельзя доверить. Понял? Ты, как всегда, прав, Леха. Спасибо. Ну что, тебе повезло, но после суда тебе так вести не будет. Клоун. Привет. Это все неправильно. Нельзя лишать отца общения с детьми. Маша по нему скучает. Да и Катя тоже. Хорошая моя, я все понимаю. Тебе тяжело, девочкам трудно, но что поделать? На войне как на войне. Война у меня с Вильямом. И вмешивать в это детей – это жестоко. Все, я отменяю блокировку. Любимая, подожди. У тебя просто золотое сердце. Но ты помни, что ты это все делаешь только ради девочек. Осталось всего несколько дней. До сюда и все. Вильям, милый, я отпустила вас на час, а вы приехали через 3. Ну так не годится. Я осталась одна. Да, представьте, Калерия Павловна, что мир крутится не только вокруг вас. Меня отбирают детей. И поверьте, это похуже, чем ваше давление и страх смерти. Можете спросить об этом вашего психотерапевта. Так, молодой человек, я работала всю жизнь, как Ишак, и молчала в тряпочку, чтобы поднять свою дочь. И сейчас меня никто не заткнет. Да, я понимаю, что у Жанночки нет времени слушать мои жалобы, значит, их будут слушать другие люди за ее же деньги. Так, что тут происходит? Английский фарфор. 19 век. Вильям, вы понимаете, что мне надо будет продать вас на органы, чтобы возместить ее стоимость? Можешь продать меня. Это я ее разбила. Ты моя успокоительница. Так, берите осколки. И, кстати, вы оштрафованы. Опять за что? Вы должны следить за спокойствием мамы. Если она нервничает, то это ваш промах. Не спорьте. Еще одна ошибка, и я вас уволю, без всякого штрафа. Калерия Павловна, ваш завтрак подан. Яйца Бенедикт, зеленый салат, ваш любимый апельсиновый фреш и кофе. Или у меня давление, какой кофе? Без кофеина. А снизить давление нам поможет небольшая прогулка к купеческой усадьбе. Милый Вильям, вы забыли, сколько мне лет? Да я рассыплюсь, пока дойду до этих развалин. Сидите. Сидите. Я сейчас. Прибыль нужно увеличивать. И в течение этой недели каждый департамент должен подготовить свое предложение. Спасибо. Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае. Прекрасно, Жанна! Я буду висеть в вашем окне, пока вы не согласитесь пойти на свидание. Так, не валяйте дурака, пожалуйста. Ласки их любим мы, хоть они ложные, без наслаждений жить невозможно. Слушайте, соглашайтесь. Главное, чтобы он свалил, а не свалился. А на свидание можно и не ходить. Да. Хорошо, я пойду с вами на свидание, но только на одно. Немедленно опускайтесь вниз. Слушаюсь. Не смешите мой артрос. Ну, а вот, смотрите. Курсы гончарного искусства. Предпочитаю фарфор. Городской дом культуры приглашает жителей города на ретро-танцы. Ну, дискотека, камбуза. Вильям, что вы ко мне прицепились? Вы думаете, я старая бабка, которая не знает, куда себя деть? Чтобы шляться вот по этим дурацким мероприятиям. Все, с меня хватит. Здравствуйте. А у вас можно заказать доставку учебных дымовых шишек? Завтра, спасибо. Записывайте адрес. Свидание. Вы обещали мне свидание. Обещал, но не сегодня. Понимаете, сегодня я устала, я хочу домой. Пожалуйста, давайте не сейчас. Я уже... Не сейчас, это значит никогда. Я на это не согласен. Подождите, ну пустите, куда вы меня тащите вообще? Послушайте, это всего лишь одно свидание. Если вам не понравится, клянусь, больше меня не увидите. Ну хорошо, видите. Но только, чтобы вы отвязались. Только есть одно условие. Ты должна мне полностью доверить. Прошу. Стой. Вперед. Ступенька. Так. Так, все, авантюра затянулась. Куда ты меня привез? А? Назад в детство. У меня билеты в первый ряд. Ура! Ура! Пойдем. Спасибо. Слушай, у меня просто мышцы лица болят. Я не помню, когда последний раз так смеялась. Ты когда смеешься, совсем другая. Ты тоже совсем другой, когда не строишь из себя мачо. Я просто не понимаю, как ты узнал, что я люблю цирк? Про это даже моя мама не помнит. Я проник в твой разум. Нет, если честно, я увидел в твоей машине фигурки и подумал, что это неспроста. Ты еще и думать о нас умеешь. Ого. Значит, насчет второго свидания все решено. Не думала, что это скажу, но, пожалуй, да. Саша! Так, бросайте все, немедленно выходим из дома. Вильям, зашли с ума. Вы слышите запах гари? Быстрее покидаем дом. Не, ну даже я вафли. Я их могу напеку, только главное, чтобы дом не сгорел. Вперед! А сумочка где моя сумочка? Во! Калерия Павловна, полюбуйтесь, а? Видимо, соседских мальчишек совсем отказал чувство юмора. Подбросили нам вот эту гадость, а? Как хорошо, что вы все уладили, Вильям. Я могу вернуться к вафлям? Нет, ни в коем случае. Весь дом в дыму. С вашим слабым здоровьем это просто опасно для жизни. Подождите, вы что, предлагаете жить мне во дворе? Ну, это слишком радикально. Так, Калерия Павловна, пойдемте прогуляемся, пока дом проветрится. Полчаса на свежем воздухе и все. Ой. За мной. Вильям, да. Куда вы меня привезли? Заметьте, ваши полчаса давно закончились. Калерия Павловна, терпение, только терпение. Вы же сами просили меня. Приготовите пасту белонеза. Просила, но безрезультатно. Ну, потому что я полный профан в итальянской кухне. Ноль без палочки. Но сейчас мы это исправим. Далее нарезаем морковь кружочками. А вот и наши опоздашки. Проходите, пожалуйста. Познакомьтесь. Это Вильям и очаровательная Калерия Павловна. Здравствуйте. О, какое изысканное имя. А я Семен Петрович. Очень приятно. Здрасте. Здрасте. Позвольте вашу сумочку. Я приберу, чтоб не попало в борщ. Благодарю вас. Ну что вы, не стоит благодарности. Какое удовольствие видеть на наших занятиях столь изысканную леди. С таким изысканным именем. Вильям, милый, сколько длятся эти курсы? У меня внезапно проснулся интерес к изысканным итальянским блюдам. Кать, привет. Слушай, сегодня в музыкалке «Большой зал» свободен. Может, порепетируем программу выступлений еще раз? Нет, сегодня не получится, у меня другие планы. Какие планы? У нас выступление через 2 месяца. Ты что, забыл, что я болею? У меня грипп. Мне минимум неделю нельзя в музыкалке появляться. А то Крокодиловна все поймет. Ладно, пока. А я чувствовала, что вы лукавите. Знаете, Мила Вильям, болоньеза ваша была лучше, чем у преподавателя. Просто я внимательно слушала указания. Но хоть кого-то вы слушаете внимательно. Жаль, не меня. Поэтому вы уволены. Собирайте вещи через 15 минут, чтобы вас здесь не было. Жанночка, это произвол. А это штраф за ложный вызов. Сработала сигнализация. Приехало 2 пожарных наряда. И нашли, между прочим, вот это. Меня вызвали с работы, сорвали мои переговоры. Ой, боже мой, первый раз после школы ты приходишь домой белым днем, а не ночью, уставшая, как землекоп. Большая потеря. Так, мама, не драматизируй. Не затыкай мне рот, я твоя мать, имею право голоса. Если ты уволишь Вильяма, я уйду вместе с ним. В ночь. Калерия Павловна, Жанна Сергеевна права. Я доставил вам действительно много беспокойства. Секунду. Алло? Скоро буду. Сильно не наряжайся, ты и так прекрасна. Хорошо. Постараюсь одеться скромнее. Жду. Учусь. Ладно. На этот раз я вас прощаю. Чтобы ты, мама, не уходила в ночь. Но это был первый и последний раз. Спасибо. Катя, да пойми, что это очень важно. От этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Ты так говоришь, как будто после суда меня расстреляют. Нет. Только если ты будешь жить с отцом, ты не сможешь ходить в гимназию. Ты не получишь достаточных знаний для того, чтобы поступить в институт. Да, и стану дворником. Действительно, лучше расстрел. Кать, ну мать же тебе добра желает. Ну подумай сама. Как вы разместитесь в двушке? Опять будешь делить одну комнату с Маней? Она вообще-то моя сестра, если вы забыли. Кать, перестань пререкаться. На суде ты должна будешь сказать, что хочешь жить со мной. Катя, мы можем на тебя рассчитывать? Ну что ты молчишь? Нет, а что говорить? Вы же за меня уже все решили. Даже текст подготовили. Да. Но только на суде его должна будешь сказать ты. Вот на суде и посмотрим, что я скажу. Давай сюда. Виля, полегче. У меня свидание. Испортишь интерфейс. Виля, за мной. Нет, твоя Жанна крепкий орешек. Нет, ну Жанна, конечно, да, но пришлось попотеть. Но лед тронулся. Я же говорил, что к любой подход найду. Я ж тебе говорил, не лезь. Прекрати истерику, для тебя, дурака, стараюсь. Между прочим, мне твоя Жанна на хвост не упала. Вот и оставь ее в покое. Виля, тебя не уволили? Не уволили. Работаешь еще? Работаешь. Скажи спасибо вместо того, чтобы мораль читать. Минут на 20. Я, конечно, готов ждать вечности. Я заболела. Грипп. Не приду. Бедная моя девочка. Что тебе нужно? Я же приехал, да, быстро в аптеку сгоняю? У меня все есть. Врач ушел только 20 минут назад. Могу подняться к тебе. Растереть ноги водкой, сделать лечебный массаж. Я говорил, что умею делать. Нет. Врач сказал, полная изоляция. Вирус. Да ерунда. У меня железное здоровье. Вирусы отскакивают от меня, как мошки от слона. Ты знаешь, я уже выпила снотворное. Так спать хочется. Сон – лучшее лекарство. Ну что ж, понятно. Жаль, конечно, что не увидимся. Завтра улетаю в командировку неделю на 2. Может, на 3. Как вернусь, сразу позвоню.